Офигеть, какой он просто здоровенный, большой! Я с пистолетиком! Так, ребята. Эта битва должна быть легендарной. Ну что же, спикер против Джимена. Let's go. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть в Туалет Вар. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик. А также залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Ссылочка на игру будет в описании. В общем, ребятки, как вы видите, 25 лямов. У меня сразу говорю, это было очень долго. Я и промокоды применял. И смотрел рекламу. Просто капец, как по КД. В общем... Давайте, ребят, магазинчик. Выбираем магазинчик. Мы, наверное, сегодня возьмем TV Woman. Да, я хочу прям TV Woman взять. И, наверное, надеюсь, нам хватит на спикер Титана. Ну, должно, я прям с запасом. Так, блин, или все-таки спикер Woman взять? И потом, точно, чтобы не ошибиться. Вот я вот не знаю, как, ребят. Ну, ладно, если что, еще рекламу посмотрю, что делать. Так, берем. Берем, покупаем ее. Да, ребята, есть. Отлично, скоро вроде как обновление должно, кстати, выйти. В общем, начинаем игру. Вам приятного просмотра, аппетита, берите какую-нибудь вкусняшку. Ребят, что-нибудь вкусненькое. Сейчас мы с тобой поглядим, как мы за нее будем играть. Так, ух, нормально, сразу пулеметик. Ребята, сразу пулеметик, это вообще имба. Отлично, отлично. Все хорош. Вот такой вот телек у нее. Дружище, бай-бай, бай-бай, все, тут быстренько. Надо, главное, способность применить, поглядеть вообще, что же будет-то. Такс. Но они где-то там. Прям такое чувство, что их дофига, смотри, смотри, сколько их там, блин. Такс, спокойненько. Хорош вообще способность, имба. А теперь вопрос. Боссу будет ли наноситься урон? Вот это меня, кстати, очень интересует. Слушай. Это реально имба. Так, все, мы, в принципе, в правильном направлении. Скоро будет реально новая карта. Я там заглянул в Телеграм, посмотрел. Пустынная, да, вроде какая-то такая. Такс. Пиу-пиу. Все, готово. Ребятки, что, хотите немножко люлей получить? Прошу. Бесплатно. Без смс-регистрации, как говорится. Все, найс, нам патронов хватит. 33, 1,7. Зато урон, смотри, 758 у этого пулемета. Хоть он не такой быстро стреляет, но все равно. А то я в первых сериях реально удивлялся, почему один пулемет, значит... Ну, не пулемет, там у нас пистолет был. Один пистолет, значит, у него скорострельность такая, прям как у пулемета. А у другого нет. Так, все, хорош. Просто характеристики, ребят, надо смотреть, глядеть. Дружище, ну давай, давай. Ну куда ж ты забоялся-то, родной? Все, отлично. В общем, ну самое важное, конечно, впереди, ребята. Мы посмотрим на спикера. Это, конечно... Ну тут трудновато фармить, да. Вот я вот честно не знаю, как, скажем так, в открытом мире тут фармить. А рекламу, ну... Приходится, да, смотреть. То есть я там занимаюсь какими-то своими делами, монтирую ролики, чисто просто смотрю рекламку, смотрю, смотрю, смотрю. Ну, как бы, ну, тоже неплохо, скажем так. Такс. Хорош. Ребята, по косарику мы зарабатываем. Вообще неплохо, нехило. Ну, не со всех, конечно, но... Кто-то там сзади обходит, обходит, обходит. Так, босс у нас впереди. Сейчас доберемся. Тихо-тихо, дружище. Давай-давай стреляй, ты чё? То мне сейчас придется, мне кажется, применять уже способность, потому что чем ближе, тем хуже для нас. Так, туалетик. Вот. Ученый, да? А, нет, это с пилой, с пилой, с пилой, с пилой. Ну, он такой, челик. Он сразу отходит. Не, ну это прикольно. Он сразу отходит от нас. Неплохо, неплохо. Так, ну мы, наверное, еще одну каточку сейчас. 48 косарей. В принципе, ну неплохо, неплохо. Сейчас еще нам нужен сотый уровень. Давай, начинаем. Еще одну каточку точно сейчас сыграем. Такс.
Если что, там докупим уровень. Я думаю, не так дорого. Явно пулемет прям сразу. Как такое возможно? У меня бывало так, что катки, в общем, да, фиг знает, где пулемет, и иногда поражение. Поражение бывает, если ты до пулемета не добегаешь, не находишь его. Бля, что это у нас такое? Бля, крыша, блин. Лофлист, блин. Такс. Так, дружище, погоди. Все, хорош сюда. Не, даже такой пулемет, он очень хороший. Так, там валяется, ребят. Я не знаю, ну, наверное, надо взять. Все, хорош. Давай поглядим, может, он будет по... А, это не пулемет. Да-да-да, пулемет, пулемет. 684 урона. Там еще, видишь, время перезарядки, я так понял, вот это вот. Прошу прощения, ребят, если вы вот видите курсор, блин, просто на эмуляторе играю. Так-то, конечно. Так, все, нам по прямой. Так, там еще пулемет. Давай поглядим, что он. Сотка скорост... Блин, хорош. 678. И урона особо-то не пострадал. Капец, то есть ты видишь различия, да? Жесть. Все, давай, TV Woman. Let's go. Ну, она так-то имбовая. То, что самое забавное, вот к Джимену бы, вот с Джименом бы попробовать посражаться, блин. Это, мне кажется... Ну, ничего, мы сейчас откроем спикера. Блин, мне кажется, будет прикольно. Давай поглядим, что за пулемет тут. 20 скорострельность всего! Оу, ну тут что-то, дружище, вообще прям плохонько. Давай обратно. Стреляй, стреляй. Что он? Что он так мансит, блин, жестко? Что он? Ну, тут есть... Дело. Это наводка. Тихо-тихо-тихо. Один подкрался. Найс. Блин, окружают гады. Стараются у нас как-то это. Есть же. 25, 490. Ну, такое. Берем обратно. Два косаря. Блин, отлично, вообще замечательно. Понял. Наспавнились говнюки. Так, а вот это уже ученый, да, ребята, кипяченый. Ну что же, говнюк, готов ты? Сейчас он будет выпускать своих же. Ля какой. Че такие быстрые, вы куда? Нифига себе, как тараканы разбегаются. Это пугает немножко. Ну, ребятки, у вас не было шанса. Ля, на миникарте, смотри, как подсвечивается там. Так, отлично, отлично. И сейчас мы идем за спикера, наконец-то, ребята, да, я знаю. Ну что же, ребята, 100-й уровень. Погнали в магазин, поглядим. Спикер Титан. Блин, хорошо, хорошо, хорошо у нас хватает. Я уж боялся, что он там сколько, наш TV Woman как бы 10-ку стоило. Я думаю, блин, не дай бог спикер будет 20-ку стоить. Найс. Сюда, ребята, боже мой, спикер Титан, офигеть, ребят, вы поглядите на него. Начать игру. Погнали, поглядим. Поиграем за него. Офигеть, какой он просто здоровенный, большой. Ля, с пистолетиком! Так, ребята. Они живые. О, тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Маленькие крысы! Их просто завались дофига, убегаем! Че, можно убежать? Реально? Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, ну это имба, конечно, способность. Тихо-тихо-тихо. Братан!
Нас окружают капец как. Не, все, нам хана. Нам хана, ребята! Нам хана. Беги, Форест, беги! Там аптека, аптека. Есть же. Да проходи, брат! Пистолетик взял. Блин, ну это была нечестная битва, еще раз. Офигеть, там просто видел, сколько заспавнило их. Столько никогда не... Ох, отлично, пулемет сразу. Братан. Жесть. Слушай, очень тяжело за спикера играть, потому что он врезается во все, что видит. Хорош. Жесть, их просто миллион, такое чувство. Как добраться-то тут? Спавн увеличился раз в 100, наверное. Давай хотя бы пистолет возьмем, я не знаю, брат. Нам надо, короче, убегать. Нам прям надо убегать. Слава богу, он умеет это делать. Я, конечно... Так, хорош. Давай какую-нибудь пушку возьмем. Давай, калаш. Он, смотри, какой маленький. А не, нифига не маленький, смотри. По размерам прям. А бегаем, бегаем, бегаем. Короче, тут чисто квест, ребят, добежать до босса. И притом очень быстро. Иначе будет плохо. Не, ну в принципе, так даже быстрее. Он быстро, очень быстро бежит. Потому что видишь, какой у него шаг. Какие ноги здоровенные. Мы быстро сейчас будем добираться и все. Не, это плюс, это плюс. Так можно, кстати, побыстрее фармить. Даже может и не то, что рекламу смотреть теперь. Слушай, прикольно. Они даже не ударяют нас, кстати. Вот я, видишь, как-то это... Все, бегу, бегу. Конечно, сзади, если обернуться, это капец, сколько туалетов там. Так, вот, вижу босса, да? Так, ну, дружище. Подходящий размерчик, как говорится. Я могу от него... Да, я могу чисто убежать от него. Да, калаш, конечно, не очень сильный. Так, там пулемет, да, был? Ну, пофиг, давай так завалим. А ты пистолет. Твой брат. Все, хорош! Это жесть! Они все равно спавнятся! Они все равно спавнятся! Это просто жесть, ребят! Так, кто у нас там? О, боже, Джимен! Ну-ка, эта битва должна быть легендарной! Ну что же, спикер против Джимена! Let's go! Ничего себе! Ну да, тут промахнуться-то, как бы сам понимаешь, здоровенная туша. Быстро он нас вынес. Очень быстро, на самом деле. Но все равно, это было прикольно, ребят. Ребят, обязательно ставьте лайкосик, также залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.